Привет, как дела? Меня зовут Наташа, ты на канале Ната Габиана Геймс, а это Assassin's Creed Origins. Итак, мы продолжаем. В прошлый раз мы узнали, что Байек, оказывается, убил своего сына случайно, и за это он сейчас мстит плохим дядькам. Такс, что у нас тут? Тут этот сраный карты, это сраная. Такс, это что? Запретная зона. Ага, это мы выполнили. Такс. Байк изъявил желание поехать в Александрию. Да, повидать свою жену. Так, блин, что-то висит такое. Что это? Где это? Что это вообще висит? Вот это вот условно. Так, ну давай. Обязательно проверь, ничего ли не забыл. Да, я думаю, отправимся в Александрию. Мне нужно идти. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байк, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. Нормально, модно сейчас так. Мы отправимся в Александрию. О, черт! Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно! Лейла, подъем! Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? О, боже ты мой. Вернись! Лейла, ты слышишь? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну? Как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое. Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Такс, ну пойдем, это у нас, я так понимаю, современность. Да, что это такое? Все и 5%. О, 1%. Циклоспорин. 2 кубика хватит. Не забудь протереть спиртом. Жаль, что не могу помочь. Ты очень мне помогаешь. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. Так, и что у нас там наружу вообще? Ну, где-то в подвале находится или где? Ну ладно, вернемся. Что это такое? Генератор работает. Я молодец. Так, а это что? Черт, мои бумаги тут повсюду. Опс, в них что-то важное? Да, записи об Анимусе. Ладно, вернемся в Анимус. Да. Продолжу. Это так круто. Аккуратно. Да вообще.
О, классно, Александр. Только начало. Какое-то долгое было начало, ну ладно. Классная, конечно, пустыня такая. И мне очень нравится. Мой долг защитить эту землю. Блин. В Александрии находится логово змея. Тут живет Айя. Я найду обоих. Желательно. И Мао. Здесь живет мой друг Минихет. Возможно, он в храме. Как и всегда. Так, ладно, сейчас пойдем погуляем по Александрии. Хотя тут, блин, желательный уровень 10, ну ладно. Тихо, 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 чего разорались? Новая область, так. Так, чё такое? Это что такое? Скрыто на... Так. Ага. Это что у нас тут такое? Ага. Ну, пойдем к вопросикам. С дороги! Так, ну-ка, постой. Ага, ну-ка, кузнец, да? Это же кузнец. А ну-ка... Что-нибудь купить можно? Уровень 6, шанс критического удара. Так, ага. Давай-ка мы лук, наверное, себе купим. Был рад. Какой у меня? Вот это, да? Ага. Чудненько. Так, нет, где там? Задание. Ага. Это же да, в храме, давай. Давай вот это вот, да? Пойдем встретимся со жрецом. Тем более он тут рядышком. Я кого-то сбила, ну ладно. Пофиг. Да, чувачки, не лезьте, блин, под копыта моего верблюда. Так, где вход-то? Найти спрятанный поблизости папирус. И где он тут? Ладно. Так, чем тебе помочь, чувак? В леопердах. Вот так встреча. Я думал, мы тебя еще долго не увидим. Мир тебе, Минихет. Как поживаешь? Мои дети растут не по дням, а по часам. Ну а мы с женой вечно в делах. А ты? Есть новости, а? Нет. Я забылся. В твоей жизни невероятно много запретных тем. Извини. Судя по виду, ты многого достиг. А, да. Верховный жрец сделал меня своим помощником. Но поверь, это не самая интересная новость. Ты обязан увидеть наш храм. Покажешь мне? Конечно, конечно! Приходи, как сможешь.
И все. Это было все задание, да? А, нет, все, давай. Готов осмотреть наш чудесный храм? Давай. Веди меня, Хет. Прости, верный служитель богини. Можно по имени. Ты почти член семьи. А ведь раньше здесь были заброшенные руины. Теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы. Что привлекает в Имау все больше богатых транжир. А, удачное описание александрийцев. А что говорит твоя вера? Признаю, иногда это бывает неприятно. Это что такое, бани какие-то или что? Ну а какие-то ритуалы у них свои. Меня одолели неприятели! Тихие, как тени! Дядя Байек! Дядя Байек! Здравствуй, Байк! Отрады моей жизни, вы что же? Голова лысая, да не косички. Подними меня, дядя Байек! Забавно. Видите, не обязательно нападать со спины, если вас четверо на одного. Ты же говорил, нужно использовать любую возможность, если враг опасен. Да, да, да. Я очень опасен! Прячьтесь, ибо странник идет по следу. Так. Ага, найти их надо. Так. Ага. Блин, то есть сену не могу еще. Ага. Ну идем, ребятишек, искать. Где они? Ага, ага. Где ты? Вот это. Теперь ты прячься. Девочка. Выходи, Найла. Ты мешаешь жрецам. Со странной прической. Неужели они раньше носили такие? Бедный ребенок. Давай. Так. А, дед? Ой, блин, я тут... Упс, простите, мужики, ладно. Найла, зачем идешь за мной? Чтоб ты не потерялся. Храм большой. Интересная экскурсия. Так, они все... они все где-то снаружи или где они? Твой отец звал тебя домой. А я лучше с тобой погуляю. Кеба, как ты умудрился там оказаться? Хотел спрятаться, а теперь не могу выбраться. Мне страшно. Да. Спокойно. Сейчас я помогу. И как? А, все. Сюда. Через туннель. Спасибо, дядя Байк. А теперь беги к маме. Да поскорей. Мальчик какой-то странный. Такс. А ты останешься у нас на ночь? В другой раз. Ну, я загляну поболтать с твоей мамой. Да, где еще эти дети, блин? Так, ага, один вон там на крыше, а другой где-то вон там. Ладно, сейчас пойдем. Ты встретишь смерть от руки могучего гладиатора. Давай, вниз. Сорис, назад!
Где? А! Ты чё делаешь? Ты падла! Собака сутулая, блин! Вообще, что ли? На детей кидаться. Наверняка Сори спрячется где-то возле клеток. Он часто играет там в гладиатора. Лучше бы он поискал себе других противников. Ой, блин, как я сюда забралась. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай наверх. Как ты тут оказался? Росина, живо спускайся. Но ночью отсюда можно будет посмотреть на звезды. Сюда пускаю только жрецов, ты же знаешь. Да, но я хочу посмотреть... Так, а ну слезай. Посмотрим на звезды с берега. Вроде бы всех отыскал. Угу. Скажу Минихету, что дети в порядке. А, тут лестница есть. Ой, блин. Где он там? Какие все ряженые тут ходят. Подделка с твоего рынка. Как это ты ничего не знаешь? Я не слежу за делами на рынке, так что лучше поговори с торговцем. Ха, жрец, ты так же фальшив, как и ваши мумии. Ничего себе. Обвинение. Я привел твое семейство. Спасибо. Что он хотел? Наши гости так любят покупать реликвии, что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу. Мертвых кошек. Я не торговец, но они приходят со своими жалобами именно ко мне. Здесь нужна твердая рука. Угу. Отлично. Так, и что это такое? Стоите с торговцами на рынке? Ага. Фальшивых мумиях. А, так, ну пойдем. Проведем расследование. Верблюдик, где ты там? Где мой верблюд? Где мой верблюд? Куда он все время пропадает? Я не могу понять. Ладно, уже не надо. Область расследования. Так. Мумии фальшивки. Она похожа на детскую подделку. Угу. Здравствуй. Я рад приветствовать тебя, Нэп. У нас есть все, что можно пожелать. Скажи мне, ты слышал что-нибудь о фальшивых реликвиях на рынке? До меня доходили слухи, но это все чушь. А теперь тебе лучше уйти. Ага, понятно. Понятно. Мумии фальшивки! Обманщик, как ты посмел продать мне этот мусор? Расскажи о фальшивых мумиях. Не впутывай меня в эту историю. Я от Минихета. И твое молчание оскорбляет его и богов. Ох, я не хочу гневить ни его, ни богов. Нас заставляют продавать фальшивки. Грозят уничтожить товары. Кто это делает? Давай поговорим потом. Встретимся ночью. На краю деревни, у поля. Угу. Да ночь надо дождаться. Что это? Да, они раньше разводили кошек, убивали их, мумифицировали и продавали это как какой-то сувенир. Прямо кошмар. Так, ладно, мне же ночи нужно дождаться, да? Где мой верблюд? Вот кто мне найдет моего верблюда? М?
Где он припаркован вообще? Я что-то не понимаю вообще. Я ничего не понимаю. Ну ладно, угоним лошадь. О, пирамиды! Классно! Мы сейчас пойдем к пирамидам. Нужно дождаться ночи, тогда и поговорим. Блин. Где пирамиды? Вон там, да? Блин, не надо мне ничего. Так, все, мы идем к пирамидам. Где они были-то? Я хоть туда иду? Блин, где они были? Чё-то я... Я хоть туда иду, не? Ну-ка, давай-ка. Сюда и заберемся. Подожди, где были пирамиды-то? Вон они, все, мы идем туда. Классно. Все равно еще ночи надо дождаться. О, это что такое? Ой, ты такой. Какой-то вопросик, да? Ага. Круг камней. Расставить звезды. Угу. Так, очень интересно, что это такое. Так, повернуть созвездие. Меджай служат воле богов. Мы готовы к бою, каким бы он ни был. Но мы боремся только во имя справедливости. Я буду учиться, папа. Буду как ты, воином и охотником. Ты уже владеешь оружием лучше многих людей. Ты станешь хорошим меджаем, сын. Мама говорит, да умножатся твои победы. Блин. Богиня-львица, могучий воин. Она мать всей пустыни. Свирепая охотница. Армия фараона готова идти за ней в бой. А вот же он. Да, нужен. Нет, подожди, вот так вот. Угу, отлично. Где опять моя лошадь? Ну, серьезно. Это что это там такое? А что это такое? Это медведь или что это?
А кто? Это гиены, что ли? Да, они так просто стоят, ладно. Блин, нет! Что у меня за лук такой странный? О, черт, что они меня долбят так? Ладно, надо обходить их стороной. Какой-то у меня лук странный, надо его поменять. Я не пойму, где моя лошадь? Так. Вот этого возьму. У меня тут очки же есть, да? Так, второе оружие угнать. Так, это что? Сбор стрел. Вы получили дополнительный опыт за убийство выстрелом в голову. Давай опыт за выстрел в голову. А, блин, вот это вот надо было, ладно. Они меня... Не, ничего. Ёб твою мать! Нет, они 7 уровня. Не хочу. Где моя коняка? Это что такое? Жарко, типа. Что это, рыба? Да, понятно. Байка галлюцинации. Ну, блин. Давай, постой в тенечке. Блин, прикольно. Ему жарко. А, это какое-то убежище. Не, я сюда не хочу. Блин, какого хрена вообще? Блин, нифига, прикольно. Нифига себе, это кто с корабей? Охренеть! Блин, прикольно! Ничего себе! Это его так от жары накрыло. Вот же, блин, зажать надо было. Ладно. Мы шли к пирамидам и продолжаем идти к пирамидам. Не туда. Так, только от тех чувачков надо подальше держаться. Что это за палка там торчит? А, это точка обзора такая интересная. Ух ты, корабль в пустыне? Ничего себе. Интересно. Как же он сюда попал? Ветер крепчает. Нехорошо. Почему?
Так, погодь. Почему ты не можешь сюда забраться? Красиво как. И куда он... Так, прыжок Вира, куда он совершил? А, все. Угу. Это что такое? Что? Подожди-ка. Я смотрю повсюду, нигде не было света, и тогда я обратил свой взор на владыку, на моего господина, и был свет. Следуйте за солнечной ладьей, она проведет нас через это море песка. Да, конечно. Ладно. Где там мои пирамидки? Так. Что это сейчас было? И опять от жары накрыло, что ли? Что это такое? Погоди, что это? Это что летит? Непонятно, что это. Гиза. Мы прибыли в Гизу. Кто-нибудь был когда-нибудь в Египте? Я, например, нет, но всю жизнь мечтала. Так, блин, что я опять заметку, ё-моё, поставила? Это вопросик. Так. Угу. Идем к вопросику, что это за вопросик? Так, что там за чувак стоит? Что? Нет, нет, я знаю, вы меня задолбите. Нет, все, все, все. Что, блин, ничто. Что тут имеется? Какие-то чувачки. Вон что-то. Ага, а интересно, наверх можно залезть? Классно. Да что? Что тебе все мерещится? Ну блин, Байк. Ты родился и вырос в Египте. Ты должен был привыкнуть к такой жаре. Что за... А что это такое летает? Да, ладно. Что там за вопросик? А можно забраться, интересно? Так, и что? Гробница Хафры. Ага. Ну, я пока туда, наверное, не пойду. О, классно. Слушай. Так. А где точка обзора? На какой пирамиде? На вот этой, да, пирамиде? Ага. Давай-ка на ту заберемся. Вот сюда нам, да? Вот туда наверх соберемся. Так, туда. Тут бедолага, блин.
заставляю бегать, да? И такой-то жаре. Бедолажный. Давай, пойдем наверх. О, классно. Классно, слушай. Может забираться. Там так просто. Нет! Ты чего? Куда? Так. Ну-ка давай-ка не балуемся. О, это вход тоже. Или что это такое? Нет, это просто отколотый кусок. Ты чего? Куда ты побежал, блин? Да. А, блин, Байк, ну ты чё? Давай. Давай, тебе ещё чуть-чуть осталось. А, блин. Ложно! Давай, давай, во, молодца, 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 молодца! Нет, не молодца. Давай, 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 давай! Да. Да блин, у меня уже, блин, руки вспотели, давай. Давай, напрягись, Байк. Нет. Да блин, нет. Да куда ж ты? Куда я жму-то? Да. Это... О, господи! Ладно. Это сложная задача, действительно. Так, ладно, короче. Так, я думаю, мы на сегодня закончим. Я не забралась на эту сраную пирамиду. Я думаю, заберусь в следующий раз. Если вам понравилось и вы хотите посмотреть, заберусь я на эту пирамиду или нет, то подписывайтесь, ставьте лайк и пока.